Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций продолжает кампанию по предотвращению случаев гибели людей на воде. В прошедшие выходные спасатели провели рейды в зонах отдыха, расположенных у водоемов. Чтобы подстегнуть отдыхающих граждан проявлять бдительность, сотрудники службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций при поддержке спасателей спасательных станций моделировали ситуацию спасения утопающих. Отдыхающим демонстрировалась работа спасателей, а также оказание первой медицинской помощи после оживления тонущего человека. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности из-за жары на 8-10 августа, а затем это предупреждение было продлено до 14 августа, в связи с чем служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций настоятельно рекомендует населению соблюдать правила безопасности на воде. Несмотря на то, что они элементарны, отдыхающие далеко не всегда следуют им. Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций призывает население не купаться в неположенных местах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а взрослых ни в коем случае не оставлять детей без присмотра и не позволять им находиться в воде одним. Această campanie a început în luna mai și va dura până în luna septembrie, atâta timp cât va fi perioada estivală. Practic, în fiecare săptămână, în weekend, salvatorii ies în razi pentru a preîntâmpina oamenii, pentru a le mâna aviziere, în așa fel ca ei să cunoască unde trebuie să se adreseze și care sunt regulile de comportament pe apă. С начала нынешнего купального сезона на территории Республики Молдова утонули уже 37 человек. В том числе семеро детей.